Привет-привет, с вами канал Кувидаки. Сегодня я обнаружила на своей орхидее не очень приятную живность. Вот такая вот мучнистая зараза живет на моей орхидее. Итак, как же с ней бороться? Средств, конечно, существует очень много. Но я посоветовалась со знакомой, она сталкивалась с такой ситуацией, и по ее совету вместе с вами я сейчас буду избавляться от этого мучнистого червеца. И мне очень обидно еще то, что эта орхидейка у меня вот цветет, и вот такая вот напасть на нее напала. На подоконнике у меня еще орхидеи стоят, обрабатывать придется абсолютно все. Что я для этого буду делать? Я беру вот такую вот мисочку, судочек, что хотите, то можете и взять. Берем фейри, любое, так. Буквально чуть-чуть надавливаете, добавляете водички немного, и нужно помешать, чтобы у нас была такая вот водяная жидкость. В зависимости от того, где находится у нас вот этот червец мучнистый, мы его достаем. С учетом того, что этот, в принципе, не сильно низко сидит, можно взять вот ушную палочку и аккуратненько достать. Ага, убегает. Нет, тогда берем аккуратно зубочистку, чтобы не навредить орхидейке. Вот так вот снимаем. И его в стороночку на ватный диск. Вот так вот вытираем. Резкость не навелась. И также там есть вот маленькие червецы. Также аккуратно снимаем. И вытираем ватный диск. Так, больше там вроде бы не наблюдается. И теперь можно непосредственно ушной палочкой хорошо обработать мыльным раствором нашу орхидейку ушной палочкой. Либо можно также взять другой чистый ватный диск. Тоже будет очень хорошо. Смачиваем в мыльном растворчике. Хорошо отжимаем, чтобы не слишком мокрое было. И вытираем листья орхидеи со всех сторон. Каждый листочек и с внешней, и с внутренней стороны, чтобы наша орхидейка обработалась. Вытирать после мыльного раствора не нужно. Для другого листика желательно взять другой ватный диск, чтобы не распространить больше нашу вот эту вот плохую живность на остальные листочки, хотя оно все равно перелазит, оно лазит, но тем не менее на каждый листик желательно новый ватный диск смачивать и хорошо вытираем, хорошо протираем. И также наблюдать за самой орхидейкой, чтобы не было повторений. И желательно также желательно обрабатывать раз в неделю все орхидеи, потому что у меня даже, я смотрю, залезла даже в бутон. Также я раскрою секрет, если кто не знает, покажу.
Кстати, тоже нужно снять. Вот даже в самой орхидее, в цветке, вот видите, усики торчат. Усики вот этой живности, вот, смотрите. Вот где они живут, ихнее гнездо. Боже, сколько их, посмотрите. Кошмар! И поползло, и поползло. Бегом удаляем. Так. И аккуратно зубочисточкой достаем следующее, если еще у нас остались там мучнистые червецы. Так, вроде бы не наблюдаю. Камеру повернуть так не могу, и орхидею тоже боюсь поломать. Поэтому очень аккуратненько. Цветок сам не обрабатываю, потому что тоже жалко. Буду наблюдать за этим всем действием. Вот это вот ихнее место, где они... Ой, сломала, все-таки сломала серединку. Вот еще один. Ну, я думаю, ничего страшного, орхидейка, ты меня прости, но мне нужно тебя также спасти, чтобы ты у меня была здоровенькая. Вот даже на самом цветке есть эти вот заразючки маленькие. Тоже очень аккуратно зубочисточкой снимаем. Так, этот цветочек у меня открывается. Также по этой орхидее у меня есть отдельное видео, я снимаю. Тоже его посмотрите, будет на канале. И таким способом далее обрабатываем остальные листики орхидеи. Со всех сторон одним ватным диском, аккуратненько, не повреждая саму орхидею. Так, сейчас возьму другой диск. Опа. Очень хорошо. И главное, не заливать нашу серединку, потому что бывает, если застаивается водичка внутри, орхидея может погибнуть. Ну, хочу сказать, это тоже зависит от вида орхидей. Они как-то по-разному. Одни гниют, когда остается водичка внутри, другие не гниют орхидеи. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. И также не забываем обработать сам цветоносик. Вот так вот. Можно также обрызгать с пульверизатора, но мне кажется, все-таки надежнее будет с ватными дисками. Так вы поснимаете все, что необходимо со всей орхидеи. Ну и вот таким вот способом обрабатывается орхидейка и снимаются все вредоносные букашечки. Ну что, я пошла обрабатывать дальше все орхидеи, которые стояли рядышком. Надеюсь, у меня все вместе с вами получится. О, еще один сидит. Не всех сняла. Так, буду дальше заниматься этим процессом. Далее в комментариях напишу, за сколько обработок я избавилась. Но это, хочу сказать, нужно время этим заниматься. Не одну неделю. Потому что очень нужно внимательно следить за орхидейками, чтобы они у нас не заражались всякой болезнью. Кстати, если кто-то сможет мне написать, напишите, по какой причине они могли заразиться. Потому что всегда все орхидеи были здоровые. В чем была причина, честно, не подскажу. Ничего такого не добавлялось к ним. Ничем таким не поливались особенным, чтобы можно было заболеть. Ну что, я надеюсь, мое видео было вам полезным, надеюсь, также эффективным. Подписывайтесь на
канал Ковидаки. Также пишите свои советы, как вы избавляетесь от мучнистого червеца на орхидеях. Мне это будет тоже очень интересно. Ну что, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комменты. Пока-пока, до новых встреч!